росло могущество нашей великой державы. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем народного единства! «Славься, страна, мы гордимся тобой». Под таким лозунгом прошел митинг-концерт, который посвятили Дню народного единства. В этот праздник почетных граждан, студентов, ветеранов и общественников, а также представителей национальных диаспор Уссурийска пришли поздравить чиновники и депутаты. Наш Уссурийский городской округ – это одна большая семья, наш дом, в котором живут люди разной веры и разных национальностей. Испокон веков мы все вместе учили детей и вместе верили в одно достойное будущее нашей страны. Я уверена, что все вместе мы сможем дружно строить наше будущее. А праздник и правда с вековой историей. День народного единства был создан в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Впервые в России этот новый всенародный праздник отметили в 2005 году. День народного единства, конечно, это современный праздник, но все равно напоминание о том, как раньше проходили демонстрации, как люди вместе шли на праздник. Надеюсь, что в будущем День народного единства станет более широко праздноваться. Ну, такие приятные, но у меня ностальгические воспоминания. Весь народ ощущает единство между собой, своими друзьями, не только друзьями, людьми незнакомыми совершенно. Поэтому как бы, ну, это мы каждый год, это из самого детства, это наша традиция, поэтому мы уходим сюда. После всех поздравлений на митинге выступили творческие коллективы Уссурийска. Современный день народного единства – праздник, который призывает людей не только вспомнить важные исторические события, но и напомнить жителям многонациональной страны ценность сплочения. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.